Привет! Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». И этот выпуск будет из Сочи, но не из лета, а с межсезонья. Мы здесь прожили все межсезонье, и было очень интересно посмотреть, а каково это, и можно ли здесь купаться. Так вот, давайте все купания, все эти эмоции проживем вместе заново. С ноября 2020 года по конец. Погнали! Что, друзья, всем салют. Сегодня 4 ноября. Ну все, пошлите пробовать водичку и купаться. Ну, дети уже искупнулись, не успела мама снять, для папы снимает. Вот так вот. А вон папа плавает. Что, свежо, ребята? Оторванные вообще. Оторванные, говорю, дети. Короче, вода в ноябре. Нормальная, купаться можно. Ребятки, а сейчас отправляемся с вами купаться. Побежали. Ой, оторванный мужик. Как тебе, Слав? Холодно? Отойдите подальше, мальчишки. Волна идет большая. Аккуратно уходим. Родион, отойдите, ноги мокрые. Ой, Слав, аккуратно отходите. Все, выметайся нахрен отсюда. Ну что, ребята, купаться можно. Вода, конечно, холодная. Она прям холодная. Я не знаю, градусов, наверное, 18. Может быть, поменьше. Но в целом кайф. Особенно, знаете, если пробежаться, наверное, спортом позаниматься. И чук сюда освежиться. Ну, кайфово. В общем, нормально. Будем и в декабре купаться, и на свой день рождения. И, возможно, прям в Новый год. Посмотрим, как будет заходить. Вообще, впервые это делаю в такое время года. И мне заходит. Так, ну что? Все, теперь мы точно готовы к заплыву. Все в сборе. Сейчас камеру Настеньке передам. Настенька не будет. А мы будем. Настенька. Настя. На тебе камеру. Ты нас будешь снимать. Что-то ты это снимаешь, видишь? Да, все. Что, вы готовы? Ой, мать, а тоже... Закрываем купальный сезон. Все, погнали. С Новым годом наступающим, да? Нет, все как взрослые купаются, нет. Вот смотрю я на него, друзья. И не могу вообще решиться. Я потрогал воду, она ледяная. Вот там один паренек зашел, окунулся. А я что-то не готов, не готов. Слушайте, ну, наверное, в другой раз. Если что, будете... я готов, ребята, зайти окунуться, открыть купальный сезон. Вообще холодно. Ёпсель-мопсель. Короче, наша задача с вами. Быстро окунаемся и отсюда нахрен выходим. Блять. Так, давайте. Вниз головой. Волна идет. Да, друзья, это очень холодно. Но сезон купальный открыт. Нет, давайте еще раз.
Сейчас волна пройдет. И попробуем еще раз с вами. Это называется азарт. Февраль, второе число, купальный сезон открыт. Наступил март, и я думал, что я покупаюсь, но нет. Март в Сочи самый дождливый, самый ветреный, самый холодный месяц. Поэтому без купания. Ну что, ребята, у нас почти закат. Я предлагаю все-таки искупнуться, хотя я и говорил, что я купаться не буду. Но я встретил друга Самбата, поэтому он меня уговорил на купание. Давайте занырнем. Вода холодная, 12 градусов. Прям заходим и выходим. А мне еще потом сохнуть, у нас нет с собой полотенец. Блин, не бузы, грязная вода. Отличная вода. Блять, холодно, слышь? Давай. Раз. Да тут не бузы. Давай найди. Да не, это не страшно, если не бузы. Вот, ладно. Ты точно? Мы точно готовы? Да. Да? Да. Шорты сейчас летят. Да, все, короче, мы быстро ныряем, быстро выходим. Все, с вас прям. Артем, иди сядь, кушай. Знаете, там дети говорят, вода леденящая. Все, давай, раз, два, три, погнали. Нет, холодно. Холодно еще. Зачем ты пришел? На самом деле обжигает хорошо, да. Приятно. Мне, например, не холодно было. Да, ну главное сразу и все. Вы видите, у нас даже уже подошла компания, и значит, нам нужно еще раз нанырнуть. Ладно, пойдемте второй раз и все, выходим греться. Ребята, то ради чего мы здесь сегодня собрались. Давайте купаться. Фу, у меня даже есть небольшая поддержка. Вот, мужчина тоже купается. Мне не будет скучно. Медуз много. Смотрите, я вам покажу. Большие. Ну ладно. Быстро заходим, быстро выходим. Фу, я главное пока шел. Светило солнце, сюда подошел. И солнце куда-то делось. Так, ладно. Фу, все. Ныряем. И выходим. Ну, слушайте. Прохладно. Еще холодное. Фух. В общем, детвора сначала хотела вместе со мной искупаться, но в итоге, когда мы дело дошло уже до купания, они включили заднюю. Слушайте, вода гораздо теплее, чем была несколько дней назад, когда я купался вот на бархатных сезонах. Но, блин, она, короче, еще грязная. Я бы не залез, но надо освежиться. Так, ладно, быстро ныряем. Быстро ныряем и выходим. Ну вообще вот цвет воды сами посмотрите, он очень мутный. Нырять не особо хочется. Воду не пьем, глаза не открываем, просто ныряем. О, все, ноги уже сводят. Ладно, все, раз, два, три, пошли, с вас лайк. Ну, чувствуется, что море, чувствуется соленое, но грязное. Фу.
Слушайте, я не знаю, градусов, наверное, морюшка уже градусов 16. На улице у нас сегодня где-то 25, наверное. Выпуска. Давайте с вами искупаемся. Вода, кстати, достаточно уже стала теплее. Даже заходить, в принципе, уже нормально. Но все равно быстро, как говорится, ныряем и уходим. Ух! Из ножки на пляже очень много всего изменилось. Фу, все, освежаемся, быстро ныряем и погнали в горы. 1, 2, 3, погнали. Слушайте, ну вода уже теплее. Фу. Уже даже можно просто поплавать. Ну что, друзья, давайте попробуем воду. Что-то мне подсказывает, что она ледяная. Слушайте, я не знаю, она вообще холодная. Вот она была на днях теплая, а сейчас она холодная. Вот мы купались на пляже Бытха. Она теплая была, можно было... А что это такое? Это что так ледяная? Ни хрена себе! Вот сколько? Сколько я секунд стою? У меня уже ноги свело. Поэтому она ледяная, она не холодная. Она ледяная. Нифига себе. Короче. Быстро ныряем и все, я выбегаю. Не-не-не-не. Сколько? Я не знаю, 12 или она снова 11 стала вода. Все, раз, два, три. Пошли! Нет, это жесть. Вода сегодня не наша. Вообще леденющая. Слушайте, ну такая. Не вау, теплая, но я думаю, что даже можно поплавать. Ладно. Ой. Слушайте, а берег-то как набило. Посмотрите, тут как мелко. Фух. Ладно. Как говорится, недолго, да? Ныряем и выходим. Фу. Ух, слушайте, ну вот сегодня вода хорошая. Классно. В общем, ребят, устал я нереально, поэтому сейчас знаете, что мы сделаем? Быстро окунаемся. Вода, кстати, нормальная. Единственное, что море штормит, и оно здесь немножко грязное. Все, погнали. Раз, два, три. Ну, слушайте, да, купаться уже можно. Уже вот прям вот так вот в кайфушках. Ну что, ребята, как я и говорил, как я и обещал, покупаемся здесь, на этом пляже, вот где единственная семья сидит, и только мы и мои вещи. Ну, вода нормальная, градусов, да, где-то 18-19. Мне, конечно, нравится, что она мутная, но окунуться, освежиться, фу, пойдет. Так, заход. А дальше начинается, кстати, резкий заход. Я думал, он такой здесь плавненький. Нет, все, я, видите, уже по пояс стою. А дальше, если пойти, то... Ух, все, вода уходит. Дно, точнее, уходит. Ну, попробуем, ладно, давайте. Раз, два, три, ныряем. Ух, дна нету. Все, а? Закончилось. Поэтому, да, если решите понырять с бунов, то я думаю, что будет нормально. Глубоко здесь. Ух.
Я одна до сих пор не... С этим прекрасным закатом я хочу завершить данный выпуск. Я очень надеюсь, что я смог передать вам эти эмоции и свои впечатления от купания в межсезонье. Если вы решитесь приехать в Сочи в межсезонье, то обязательно покупайтесь. Я думаю, что вам точно зайдет. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!